Пошел турнир губернатора от города. То есть всем, кто участвовал в соревнованиях, кто выходил на татами, поднимите ручки, кто у нас участвовал в соревнованиях. Раз, два, три, четыре. Не знаю, что это, говорят, это как бы на голову одевается. Да, сейчас вот здесь вот на шее. Ос. 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 То есть эту кому решили отдать? Егорушка, выходи, у нас было соревнование, а та осталась уничтоженная, скажем так, да? Ну да, бегаешь когда, допустим, там нос греется, там, сальчик. Ну, у меня губы обветрились. Вот, чтобы не обветривались губы, чтобы там дышать легче. Шея, когда так закрыта, кстати, потеплее. Можно так, да. Покажи, Дарья. Заплакай на силе. То есть, вот, варианты, как можно носить. Это пенсия. Первый вариант. Ну почему пенсия? У нас монашки так носят, два. Потом кто у нас? Хиджабы. Хиджабы так носят. Это тоже это национальная одежда. А культурные девушки точно так же носят. В деревнях, то есть такие вот, ну вот они хорошие, как бы. Спокойные, короче, без вот этой примеси ТикТока, короче. Вот так можно носить, как Егор, как Алена можно носить, да. Можно просто на шею.